Улица композитора Лятошинского, 8А. Девятиэтажный панельный дом на три подъезда 1979 года постройки. Двор чистый, тенистый, много деревьев, но зелени мало. Входы в парадное в удовлетворительном состоянии, есть домофоны. Во дворе общая с соседним домом небольшая детская площадка. Есть просторная парковка для автомобилей, тоже общая для нескольких домов. Рядом с домом супермаркеты, детские сады, школа и лицей, станции метро Теремки и ипподром. Дом в удовлетворительном состоянии.